Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас готовлю интересную программу для Челябинской филармонии. Весь концерт будет посвящен теме органной педали и игре ногами. Очень необычная программа, в которой будет и полет шмеля ногами, и пьесы, написанные оригинально для педального соло, начиная от Баха и заканчивая нашими днями. У органиста в распоряжении 32 педали. Расположены они так же, как и клавиатура для рук, с белыми и черными, только значительно крупнее по размеру. Ноги органиста обуты в специальные ботинки. На мне, в частности, обувь танцевальная, она имеет мягкую тряпочную подошву, обязательное наличие носка и каблука с расстоянием между ними, чтобы одной ногой можно было взять сразу два звука на расстоянии терции или кварты. Кроме того, есть произведения, где есть даже по три звука ногами. Вот нужно взять аккорд си бемоль, ре, фа, соль, диез, си бемоль. Си бемоль, ре, фа, соль, диез, си бемоль. Аккорд из пяти звуков берется двумя ногами. Так что это особый интерес, необычно выглядит и очень интересно слушается, потому что педаль обычно оперирует самыми низкими частотами органа, и в чем-то педальная техника и педальное звучание приближается к звучанию басовой рок-гитары. Возможно, поэтому это так привлекает слушателей. Приглашаю всех 10 декабря в Челябинский органный зал «Родина». Будет интересно не только послушать, но и посмотреть концерт для органной педали.